Даешь трезвую люменку. На фестивале авторской песни сотрудникам Миасской полиции будет поставлена задача проводить досмотровые мероприятия, привлечение к ответственности нарушающих законодательство в сфере распития алкогольной продукции. И при появлении в состоянии алкогольного опьянения на территории фестивальной площадки. В течение 3 дней проведения Ильменского фестиваля будет запрещено проносить на территорию алкогольные напитки. В связи с этим сотрудниками Миасской полиции будут осуществляться досмотры ручного багажа и автотранспорта. Организаторы обязуются оборудовать на территории фестиваля пункты общественного питания, в которых будет разрешена продажа и распитие разливного пива. Также сотрудники полиции напоминают, что на территории Миасского городского округа действует особый противопожарный режим, поэтому просят граждан быть аккуратнее при обращении с огнем.